В Петербурге расследуют уголовное дело в отношении жителей города Набережные Челны. Алексей Шпарута и Руслан Корягин обвиняются в покушении на убийство по найму криминального авторитета. По предварительной информации, их жертвой должен был стать Альберт Гейдаров, который тесно общается с известным авторитетом Асланом Мусаяном. Киллеры от неизвестного заказчика убийства получили в Москве автомат Калашникова, два пистолета с боеприпасами и деньги. Каким образом правоохранительным органам удалось выйти на преступников, не разглашается, но 17 марта злоумышленники были задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.